Прическа в стиле белорусской символики. Юная дзюдоистка Ника Накулина приехала на соревнования из Можайска. От всероссийских до международных. Уже на протяжении 3 лет спортсменка выходит на ковер на самых различных стартах. К своим многочисленным победам Ника добавила еще одну, не менее важную. Взяв верх в 3 схватках, девочка завоевала золото в Бобруйске. Второй встречи было немножко нелегко, потому что она была с прямой рукой и не могла бросить, получается. А все остальные схватки было так легко. Соревнования имеют высокий международный статус. Во-первых, в Бобруйск съехали сильнейшие юно-дзюдоисты из Минска, Борисова, Гомеля и города Можайска Российской Федерации. Всего 200 участников. А во-вторых, на турнир вместе со своими воспитанниками приехал единственный олимпийский чемпион в истории суверенной Беларуси по японскому единоборству Игорь Макаров. В этом возрасте и в следующем им не нужны победы на соревнованиях. Нам не нужен результат. Нам нужно заложить в детях базу. Именно по броскам, по захватам, по передвижениям. А уже результат нам нужен потом. Идейным вдохновителем и организатором турнира выступила Бобруйская организационная структура «Динамо». Цель и задачи открытого первенства, конечно же, пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи, подрастающего поколения к активному занятию физической культурой и спортом, популяризация борьбы дзюдо. Открытый чемпионат Бобруйска по дзюдо прошел впервые, но организаторы уверяют, он станет традиционным и с каждым разом будет расширять географию своих участников. Эти старты должны стать играми на вырост для будущих звезд белорусского мягкого пути. Максим Кимбель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.